Розові кусти, ні? Морально ли? Вот здесь мозаика. Есть, да. Точек уже вот видишь. А что за была технология? Ну, крыша была. Это уже наше время. Потом крышу, наверное, потом. Вот другое дело. Опа! Танец живота, это я. Вызывали? Да ты что, есть вода? Пещерный тупик. Да, пещерный тупик, да. Так-так. О-хо-хо. Афродита там? Ну а как же? Интересно. Может, тебе камешки там тупик сюда? Да нет, нормально. Хватает. Вот я не могу расплаждаться. Пещерный. А что это вы там делаете? Теперь самое главное найти, куда наступить дальше. Вот народ! Кричит воды, воды! Даешь им воду! Гигантские одуванчики. Вот. Волшебный лес. Ну да. Вот тут Джокер лежал. Мне кажется, что как бы проводить что-то того. Угу. На обычных батарейках. Давайте, ребят, вторая банка заканчивается уже. Кинул, выбросил у меня. Там велосипед отобрал. Вытащил банку. О! И съел все огурцы. Да еще два огурца. Бассейнчик. Кто не брал Яшины огурцы? Не берите. Вперед. Ага. Я сейчас сказал. А зиконим есть? У меня есть. Зиконим есть. Маршрут. Ну так. Не вытащить, ничего не могли сделать. Да нормально, дает. Ну, кто хочет попробовать, я их продаю. Ну как? Он еще даже едет. Это хизрань Атман. Не надо тратить время на это, на переключение. Это меня... Ты смотри, все проехали спокойно, тебя они не признали. Ну, нет, они со мной поздоровались. Нет. Я не знаю, оливки слишком дорогое дерево. Этот дом поднял, он ему на... Я говорю, ты хоть предупреждай, мы будем фразировать. Всех собак перебудили. Подъемы все наши. Кидают специально такие травы. В следующий раз. Ворота открыли. Да. И на этом закончим. Сейчас налево. Налево и налево? Налево и налево. Вид вообще был. Один мат. Есть такие. Вау. Такие. Вау. Знаешь, такие вот. Слушай, почему я не сокер, почему не летаю? Правильно? Смотри, это можно понять? Да. Как собаки? Я как.
Мне вот это нравится. А зубы у них есть вообще? Есть, ты хочешь попробовать? Слушай, я так понимаю, что их не убивают, только на молоко, наверное, да? Я бы на мясо их бы взял. А, легнет. Я не знаю, чем она там это самое. Я же такой сыр. Сказал. Так, ребята, столько сыра нет, что просто сильно. Сейчас раз возьму, да? Ну, надеюсь, что я сильно люблю. Конечно, да. Сыр для нее очень козлиный такие, очень... Да? Да, я думаю, что она их не пьет. Желательно. Я именно просил с плесенью. На грамм, я насчет плесени. Слышь, там будет плесень. Насчет плесени, это мы делаем. Там козья, тут козья. Вот он напоминает. Вот. Сыр какой-то. Подарок. А вот чай я не взял. Мишу, я взял, я здесь взял. Есть чай. Еще. Отдыхали выходные и душой, и телом. И чтобы все было хорошо. Ура! 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 Посидели три дня? А всякие блюда с перфилями вы ели? Ой, масит лу. Мы к тому заберем. Эй, куда отстал? Надо ехать. Герой дня. А че я герой? Че, на сломанном велосипеде впервые всех приехал. Лёня, где наша машина? Покрасили. А? Буду? Все в гражданке, непривычно видеть. А, налить, да? Кому стакан? Давай я подержу. Ребята, кто посмотрит фильм, не поймет, мы катались сегодня или кушали. Так, ребята, два кусочка осталось. Кто это сам? Спасибо, Маринка. О, Миша, за успешное. Ну, за Маринки на здоровье. Маринки на здоровье, это всегда, это любой тост. За Маринки на здоровье. Ваши молитвы, как буду здоровая. Женя сегодня вообще герой. На поломанном велосипеде всех обогнал. Я даже педаль не крутил. Я тормозил. Могу вспомню. У меня до сих пор, сколько 25 лет прошло, до сих пор в памяти осталось. Кушать было невозможно. Это было отрава. Я тебя чем первый раз кормил, ты помнишь? Значит, было вкусно. Наверное, если это... Это, наверное, у каждого есть. По крайней мере, когда я дома. И ты каждый раз это напоминаешь теперь, да? Я скажу тебе точно, Яш, мне на покатушку жена просто не сделает. А ты можешь купить его? Тебе она уже рада, что хочешь. Леня, купи паштету и скажи, что жена стекла. Маршрут очень красивый.